Добрый день. Сегодня у нас вот такая погода. Вот рыбку ловит человек. Смотрите. Это второй пляж по величине в Йоре-де-Мар. Вот такая обстановочка на море. Море тихое-тихое сегодня. Вообще, туристы выходят, молодежь. Какая-то группа приехала. Это Финальс. Пляж Финальса. Ну, еще утро, еще 11 часов только, поэтому... В гостиницах только, наверное, завтрак закончился. Ну, тепло сегодня, очень тепло. И вот рыболовы. Вчера видела, поймали осьминога такого. Мужчина нес большой такой осьминог. И, наверное, он же сегодня тоже это ловит. Море, на море немножко дымка, но очень тепло. Очень тепло. Отдыхает он. Вот такая обстановочка. Тепло, наверное, градусов 25 точно есть. Ну, все, немножечко показала вам город. Пляж, этот поменьше пляж, чем в центре. Ну, второй по величине. Ну, вот так сегодня. Тихо-тихо. Море прямо спокойное. После таких шторма и ветра, то вообще это супер погода. Все, на этом я заканчиваю снимать. Спасибо большое. Хорошего дня, хорошего настроения. До свидания. До свидания.